Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем рубрику о маленьких китайских конструкторах. Сегодня у нас фильм «Enlighten», полицейская серия. В этот конструктор входят 39 деталей. Он рекомендует создать детей от 6 лет. Также в этом конструкторе есть мини-фигурка. Из него можно сложить 3 разные конструкции. Открываем, собираем. Опять же в пакете. Мы где инструкции? Вот. Не увидел инструкции. Фигурка у нас была разобранная. Это полицейский в черной униформе. В комплекте идет рация. И громкоговоритель. Также в наборе есть дорожный знак. Собираем. Теперь собираем машинку. У нас есть готовое основание, которое не нужно собирать. Поэтому машинка должна получиться крепкой. Вот у нас получилась такая полицейская машина. Сейчас я оставлю здесь его свои телефончики. Ну, не чикнула. Чеку.
получился вот такой хороший полицейский внедорожник с мини-фигуркой и разными элементами. Конструктор легко собирать и весело играть. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.